сделали мне процедуру, я даже не почувствовал. Лежал, короче, думал, что не... Потом проснулся, видать, там подремал, может, проснулся. И не понял, что даже спал. Потому что думаю, где они, когда они мне будут делать? Ну да, они мне как-то высунули, я же не видел, как они мне ее высунули. Да. Вот этого как я не помню. Засовывали. Как засовывали, я помню, капу ставили. Только капу, я же помню. А как это убрали это капу, не было, не помню. Ну. Походу, уже сделали мне процедуру, так что... Как-то так, даже не почувствовал вообще ничего, так что нормально. Скажи, пожалуйста. Да, я тоже в шоке. Да. Это нормальное такое анестезия, что я уже могу ехать. Вот такое чувство, как будто я проехал от Харькова до Москвы и возвращаюсь обратно на полдороги и хочется спать. Вот так вот. Вот такое чувство. Отвечаю, такое, как-то так. Или от Харькова до Ниццы, да? До Ниццы? Да. Не знаю. От Харькова до Ниццы не ездил. Цветочки тут. Шар воздушный голубой. Что сказал? Ну, что результат будет у семейного врача через 3 недели.